Добрый вечер. Мы начинаем новый цикл передач, посвященный самой обездоленной части советских людей. Это бывшие партийные работники. Сегодня эти люди лишены самого необходимого. Государственной дачи, спецпайка, секретарш. Нельзя без слез смотреть на их трогательные попытки прожить на одну зарплату. Но многие не имеют этого, так как не имеют работы, так как не умеют работать. Ежедневно на Красной площади выстраиваются огромные очереди к мавзолею, где сейчас находится БТР КПСС. Бюро по трудоустройству бывших партийных работников. Сюда может обратиться любой освобожденный партиец, предъявив справку об освобождении. Задача у бюро непростая, так как предложение пока опережает спрос. Вакансии берут с бою, отбивая друг другу рабочие места. Но имеют место и положительные примеры, когда право на труд завоевывают в честной партийной борьбе. Сегодня в заполярном городе Заполярске начинается финальное состязание на замещение вакантных должностей, состязания которой войдут в историю как первая партакиада народов СССР. Финансирует это яркое и захватывающее зрелище благотворительная фирма, пожелавшая остаться неизвестной. Включаем Заполярск. Сегодня у нас, у работников завода «Красный болт», большое событие. Финал всесоюзного конкурса на замещение вакантных должностей водителей грузовиков. В конкурсе приняло участие более 10 тысяч бывших партийных работников. И это знаменательно. Партия слишком долго была нашим рулевым, но лишь теперь мы решили доверить ей место за рулем. Команд. Они будут бороться за право стать экипажем мощного грузовика. В каждой команде 4 человека, 3 секретаря и 1 секретарша. Все они умеют ездить на машине, а двое даже умеют ее водить. Итак, команды на сцену! Первую команду вам представлять не надо. Это бывший партком нашего родного завода «Красный болт». Сегодня мы как никогда рады их видеть. И зря говорят, глаз долой, сердце вон. Нет, мы их запомним надолго! А это команда нашей партийной интеллигенции, если можно так сказать, если можно. Это ученые из Института марксизма-ленинизма. Они смогли на предварительных турах забить на 17 команд, забросав их укрытие цитатами. Борьбу они ведут под девизом «Назад к победе коммунизма!» Третьей сегодня вступает в бой команда бывших политработников наших компетентных органов. Тяжелее всего пережили депортизацию. Именно они главные могильщики, застрельщики перестройки. Сюда чекисты прибыли весьма необычным способом. Как оказалось, у них на запасном пути действительно стоял бронепоезд. А вот и представители нашего советского крестьянства. Партком Винколхоза «Красный портфель». Можно только поражаться их стойкости. Ведь уже после первого этапа они буквально не стояли на ногах. Помогло, видимо, то, что они частенько прикладывались к трем источникам. И, наконец, пятая наша команда. Работники обкома КПСС из города Великие Подуги. Одними из первых они вылетели из здания обкома и попали прямо к нам на состязание. Эта команда поразила всех тем, кто одинаково разбирается в идеологии, промышленности, искусстве и сельском хозяйстве. В наших командах сегодня только молодежь. Не удивляйтесь, старики просто не смогли дойти до финала. Как говорится, молодым везде у нас дорога! Программы наш главный сюрприз, который мы приготовили для наших финалистов. Я прошу наших мисс «Красный болт» вынести необходимый реквизит. Пожалуйста. Итак, рюкзак экспедиционный. Лыжи горные, туристические. Палатка зимняя. Палатка зимняя четырехместная, печкой обогревательной. И веревка альпинистская с карабинами. Если вы думаете, что мы просто от нечего делать устроили здесь выставку туристского снаряжения, то вы глубоко ошибаетесь. Это ваше снаряжение. Завтра самолетом команды забрасываются в дикую тайгу. Им предстоит скоростная гонка километров эдак на 1200 по очень пересеченной местности. Их ждут дикие звери, бурга, морозы. И только победитель получит главный приз — автомобиль КамАЗ! Накрывает стол, зовет гостей,
Катя. Ухмыляется хитрющий старый Манчестер. Затевается лихое действие в Паче. Холодно. Честно говоря, нам еще никогда не доводилось вести репортаж в таких трудных условиях. Мороз пронизывает все просто до мозга костей. Да, на таком холоде отказывают голова, руки, ноги и только язык. Язык журналиста продолжает исполнять свой профессиональный долг. Вы слышите? Слышите, уважаемые телезрители, как здесь на старте дует пронизывающий северный ветер. На термометр просто страшно смотреть. Ртутный столбик упал. И разбился вдребезги. Ну что ж, нам, тележурналистам, не привыкать работать в трудных условиях. Так, команда рвутся вперед, буквально наступая друг другу на танки. О, не надо сбиваться в кучу, на таежных просторах хватит места всем партийным работникам. Здесь им есть где развернуться. Приятно посмотреть, как и бегут коммунисты. За 70 лет советской власти этот район превратился в идеальное место для соревнований на выживание. Выжить здесь практически невозможно. Мы поспешим успокоить родных и близких участников гонки. Их жизни ничто не угрожает. В случае опасности достаточно выстрелить из ракетницы, и дежурный вертолет взлетит на воздух. Эта команда при этом будет снята с соревнований, но вернемся на трассу. Впереди чекисты, за их спинами, как всегда, уверенно чувствуют себя комусы. А вот и ученые-марксисты. А, все ясно, они пойдут другим путем. А гонка тем временем набирает темп. А к нашему микрофону сейчас должен подойти очень интересный человек. А вот и он. Это уроженец этих мест. Местный старожил Василий Иванович Кошкин. Василий Иванович, представьтесь, пожалуйста. Василий Иванович! Кошкин! Кошкин, Кошкин! Работаю я здесь давно! До революции я сторожил здесь большевиков, после революции Беляков, потом Кулаков, потом опять сторожил большевиков. В общем, я местный старожил! Скажите, Василий Иванович, а здесь всегда такая суровая зима? И не говори, милок, но бывало и похужее. Вот помню, в 17-м мороз был, с октября ударил. Брали мы тогда власть, брали, еле отодрали. Так примерзло. Вообще места тут таежные. Таежные. Северные. Угу. Тут пропадают люди, верить, тексты. Особенно эти. Продукты пропадают. Угу. Говорят, тут снежный человек по тайге бродит. Где пройдет, там вся еда сразу же и пропадает. Потому и зовут его в народе. Угу. Призрак коммунизма. Извините, Василий Иванович, но к нам поступили первые сообщения с трассы. А вот еще помню, году в 37-м, как послали меня на... Спасибо. Спасибо, дорогой Василий Иванович. А потом помню,
году в 77-м, пришла ко мне одна. Хорошо, хорошо. Но трасса не ждет. Продолжаем наш репортаж. А вот и они, наши лидеры. Чекисты. Молодцы. Крутые ребята. Эй, вы, тормоза коммунизма. Поторопись. Ща. Не, мужики. Ну, за родной колхоз. Давай, дорогие мои. А? Сейчас мы им покажем слалом, ёлки-палы. Очередной слет, не будем мешать. Мы находимся на 101-м километре трассы соревнований. Это первая контрольная отметка. Кто же лидер? Кто появится здесь первым? Кто? Продолжаем наш репортаж. Итак, первый день нашей партакиады подходит к концу. Заметно похолодало. Команды усталые и замерзшие ведут свою отчаянную гонку. И только одно их согревает – стремление к победе. Слышите, как хрустит мороз? Да, в трудных условиях приходится работать и нам, и нашим финалистам.
но надо поберечь силы. Ведь вся борьба еще впереди. Угу. Привал! Варим обед! Ой. Так, посоветуемся с вождем. Так, не то. Не то. Так, что делать? Есть как реорганизовать Рабклин? Есть как кашу варить? Нет? Что за теория такая? Эх, поработаем. Пошли! Может, не надо, а? На сучек сварим. Эх, сколько дров. Да такую махину мы до утра не спилим. Спилим. Надо только поработать. Поработать надо. Поедим. Надо. Да мы и не сможем. Сможем. Надо только поработать. Поработать надо. За мной. Thank you.
сейчас мы тебе поставим на вид. Товарищи, кто еще хочет высказаться? Дай-ка ей еще как раза два! Вперед! Товарищи, товарищеский суд, не будем мешать. Мухтаров, ко мне. Сегодня у наших отечественных кораблестроителей большое событие. На Аральском море спущен на воду мощный томоход «Перестройка». Радость местного руководства буквально хлещет через край, и не мудрено. А томоход вытеснил с собой столько воды, что если хвой хватило, чтобы мгновенно растить засушенную... Отдать-ка! Наши ученые пророчат ему большое будущее. Довольно известные жители. Вместе с водой благодаря перестройке морской капусты из Арала выпущены столько, что этого вполне хватит, чтобы заменить исчезнувшие земли. Вперед! Мясо, масло, хлеб. Товарищи, внеочередной съезд. Не будем мешать. Таким образом продолжаться до следующего урожая. Руководство, вдохновленное столь бурными успехами, решило немедленно заложить на капиталь завода новый, еще более мощный атомоход. А
вот я вижу здесь командира, спасателей, парашютиста Никиту Сергеевича Подучева. Скажите, Никита Сергеевич, у вас всегда здесь такая суровая зима? Да ничего, мы привыкши. Что интересно, за 30 лет работы я спас 40 героических партий. А вот коммунистическую партию я спасаю впервые. Задача, конечно, трудная. Но ничего, я думаю, справлюсь. И с ней из партии. О! Спасибо, Никита Сергеевич, за содержательный рассказ. Ну что ж, не будем мешать проведению карателей спасательной операции и на время прощаемся, пока. Дед, кто же это такие-то? Кто, кто? Пришельцы, вот кто. Ты куда? Куда? Туда. А рюкзак зачем? Там у меня интимная вещичка. А-а-а.
хочу! Осталось только 4. Готовятся к выходу на трассу. Ну, а пока не готовятся, предлагаем вашему вниманию интервью с директором БТР КПСС. Так, включаем мавзолей. Товарищ директор, вы слышите нас? Слышу вас отлично, как будто нахожусь рядом. Ну, что там новенького в мавзолее? В работе нашего бюро сейчас сложилось. Вполне революционная ситуация. Низы не могут работать по-новому, понимаю. А верхи просто не хотят работать вообще. Однако сейчас как раз большинство руководящих работников, мы их называем большевики, работы уже обеспечены. Ну и трудятся народными депутатами. Несколько человек устроилось председателями верховных советов и даже президентами. Республик сейчас много, товарищи, так что это перспективное направление. Самые предприимчивые наши клиенты. Организовали совместные предприятия, ассоциации, биржи, понимаешь, и уже находятся на хорошем счету в швейцарском банке. Но многие, правда, остались для работы за рубежом. В Молдове, на Украине, в Прибалтике. 8000 человек, понимаешь, работают над картиной Глазунова, натурщиками для новой картины «Мистерия 20-го съезда». Ну вот, пожалуйста. Ну нет же, особых сложностей с военной. Ну, большинство же устроилось на ставку главнокомандующего на полставки, понимаешь. И это правда? Известие, товарищи. Но это правда. Так значит, все идет хорошо? Сложно с бывшими партработниками среднего и нижнего звена, понимаешь. Ну, что мы можем предложить? Только должности сторожей, понимаешь, кочегаров, дворников. Вот вчера 250 слушателей высшей по школы удалось перевести в смотрители, понимаешь. Шило на мыло, часы на трусы. Пустое в порожье. И это правильно. Не секрет, что наших клиентов берут на работу неохотно. У некоторых просто рабочее место не помещается в кресле. Многие писать не умеют, только подписывают. Вот из ТУМа, например, вчера вернули 300 человек, понимаешь. В первый отдел столько не требуется. А в других они работать не умеют. Не умеют. Не умеют, понимаешь. Вот тут мне, понимаешь, приходят разные сообщения. Что сложно, понимаешь, с трудоустройством женщин. Ну, не хотят их брать, понимаешь. Ну, говорят, уж слишком уж они не сгибаемые, понимаешь. Да и с мужчинами мне. Вот предложим целую партию коммунистов, понимаешь, сталепрокатному заводу. Да. Не взяли. А сколько лет мердили, понимаешь? Гвозди бы делать из этих людей. Мы благодарим вас за содержательный рассказ. Надеемся, что организация подобных соревнований поможет в вашем нелегком труде. Но мы, уважаемые телезрители, возвращаемся с вами снова на трассу. Вот если бы на работу все так спешили. Итак, судя по сообщениям с наших партийных бегов, основная борьба развернется между, условно говоря, обкомовцами и, условно говоря, КГБистами. Ну что ж, к совместной работе им не привыкать. Теперь придется друг с другом побороться. Что теперь? Раньше бороться надо было. С кем? С КГБ или с обкомом? И с теми, и с другими. Thank you.
Сержант, доложите обстановку. Товарищ майор, они уже на краю. Вперед! Нет такой пропасти, в которую бы не скатились большевики. Вперед! Товарищи Савва, не будем мешать. Николай, Николай! Вызывай скорее вертолет! Дума дадим! Наташа! Николай, все стреляйте скорее! Сейчас пальцы заберемели! Оперативно и самоотверженно работает команда спасателей. Особенно вот эти вот двое. Это как раз мы. Да, на этот раз партии не удалось выйти сухой из воды. Ситуация сложная. В такую стужу легко отморозить наши партийные органы. Ну что ж, пора применить науку местного старожила Василия Ивановича. Растирание спиртом. Может, лучше коньяком? Нет, только спирт. Нет, все-таки коньяком было бы лучше. Товарища Ленинский субботник, не будем мешать. Амба, дальше не пойду. Thank you.
Нет, бабка, это не пришельцы. А кто ж тогда? Кто-кто? Вражеский десант, вот кто. Да ну! Вот тебе и ну! Недаром тут вертолет крутился. Как это я сразу не скумекал? Да зачем мы им нужны? Да наша, почитай, изба, единственный стратегический объект на всю округу. О, боже. А какой пункт наблюдательный? Горы-то как ладони, а в горах-то чё? Чё? Полезные ископаемые, вот чё. У меня для вас сюрприз. Дорогие телезрители, предлагаю вашему вниманию сенсационный, не побоюсь этого слова, репортаж из одного совершенно неожиданного места. Там находится мой коллега. Алло, как слышно меня? Слышу, слышу. Вы в прямом эфире. Долг журналиста – нести людям правду. Кто он, тот неопознанный бегающий объект на наших экранах? Мираж в снежной пустыне? Неизвестный науке зверь? Наш советский Маугли? Или впрямь снежный человек, которого местное население зовет призраком коммунизма? Поиски привели нас сюда. Подвал комитета Заполярской госбезопасности. Здесь хранятся уникальные документы, плоды гигантской работы наших компетентных органов. Органов подслушивания, подглядывания и вынюхивания. Сейчас я возьму интервью у человека, для которого практически нет тайн. Это руководитель архивного отдела комитета, полковник... Фамилию по понятным причинам я назвать не могу. Мой первый вопрос. Руки! А? Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, Эмма Феликсовна... Можете называть меня просто товарищ полковник. Видимо, это ваше первое интервью. Да, обычно здесь вопросы задаю я, хотя вы не первый журналист, который сюда попал. Ну, я надеюсь, что буду первым, который отсюда выйдет. Говорят, что в местной тайге живет снежный человек. Что вам о нем известно? Все. Его фамилия, имя, отчество, год рождения и даже пол. Он родился в столице нашей родины, по понятным причинам я не могу назвать этот город. Это Иванов Иван Иванович. Не снежный, а простой советский человек. Что вы говорите? А почему он живет в тайге? Озверел. То есть как это озверел? С ума сошел? Совершенно верно, сошел. С ума, чести и совести. Откуда это известно? У нас есть докладная секретаря его парторганизации. Так, донесение из роддома, детский сад... Школьные годы. А вот, разрешите доложить, выполняя свой долг, вот. 20 февраля 1984 года коммунист Иванов ворвался в мой кабинет, где допустил ряд антисоветских высказываний. А именно, что я беру взятки, что я получил пятикомнатную квартиру, выдав себя за многодетную мать и так далее. Кроме того, он допустил ряд непечатных выражений в адрес парткома. Список на 4 листах прилагается. Вызванный по ордеру вышеперечисленный коммунист Иванов обвинил руководство партии в том, что забыты Маркс, Энгельс и Ленин. Когда же ему справедливо указали, что только в парткоме имеется 7 бюстов Ленина и 1 бюст Маркса и Энгельса, он имел нагло заявить, что Маркс и Энгельс – это 2 разных человека, утверждая, что они немцы, один из них даже еврей. Возмущенные члены парткома напомнили гражданину Иванову, что партия – это ум и честь и совесть, на что он заявил, что не желает иметь с такой партией ничего общего. Так как, чтобы иметь такие ум и честь, надо совсем не иметь совести. После этих слов отщепенец Иванов ударил по столу кулаком, положил прямо на партбюро партбилет, вышел из партии и не вернулся. С тех пор его больше никто не видел. И что самое отрадное, и не слышал. Безобразная выходка уголовника Иванова легла несмываемым пятном на коллектив нашего завода. Доложил секретарь парткома работяга И.А. 1 мая 1984 года. Какой кошмар! Рокки! Большое спасибо. Не за что.
Надеюсь, мы еще встретимся. Непременно. Рокки! А. Непременно. 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 Не дай бог. Итак, дорогие друзья, наш репортаж окончен. Мы с вами узнали об удивительной судьбе снежного человека, призрака коммунизма Ивана Ивановича Иванова. Как жаль, что этот скромный герой ничего не знает о перестройке, об отмене 6-й статьи, о победе демократии. Как бы он порадовался. Остается надеяться, что кто-нибудь из наших финалистов при встрече успеет ему рассказать о радостных переменах до того, как кто его съест. Ну что ж, дорогие болельщики, мы прощаемся с вами до будущего утра, чтобы увидеть, наконец, победный финиш. Итак, до завтра. Пока! Все еще вяжешь? Вяжу, милый, вяжу. Завязывай. Эфир уже выключен. Вот крутая баба. Лёха, сворачивай кабель. Ну, погоди, дай тебе как удалось досье раздобыть? Еле вырвал. А сниматься отказались наотрез. Ничего, думаю, и так сошло. Наш зритель, что хочешь съест. Быстренько соберите весь реквизит, подавщица матерится. Лёха, да хочу же ты курить, кабель сворачивай. Ну, достал. Мужики, в буфет пиво привезли, Жигулевское, за рубли. Осторожней, жеребцы, камеру сшибете. А мужика жалко. Хороший мужик, надо ему помочь. Иван Иваныч, вы слышите меня? Возвращайтесь! Все изменилось! В стране перестройка, с партийной мафией покончено. Честные люди нам нужны. Возвращайтесь, Иван Иваныч! Иван Иваныч! Топи пожарче.
Я совсем уже замерзла. Да прогоните вы этого зверюку. Доедет мужики или нет? Где мы тебе в лесу мужика-то возьмем? Здесь, кроме коммунистов, никого. Сухари жрет, гад. Что, завтра есть будем? Колбаса в ход пошла. Душоночка! Иван Иванович. Кореш мой. Он мне рекомендацию в партию давал. А работяга его в КГБ застучал. Кстати, а где он? Из-за этого идиота за нами сейчас вертолет прилетит. Что? Тихо пока. Кажись, идут бандиты. Дай-ка я погляжу. Красиво идут. Ну что, Максимовна, постоим за державу? Постоим, Михаил, постоим. Подведи, родимый! Контрреволюция, провокация, терроризм! Ну, ни хрена себе салют! Командир, мы так не договаривались.
По-русски лается, сволочь иноземная. Получайте, гады! Нет, давно все горит синим пламенем. Слушай анекдот. Приходит жена секретаря обкома домой и говорит: Вася, я беременна. А он ей: а я нет. Смотри, Иван Иванович. Возвращается. 8 лет по ноге бродил, так и не помню. Поверил, идиот. Смотрите, кто-то идет. Кто-то идет. Власти, сила велика!
Сегодня мы не на параде, мы самые звон на пути, коммунистической бригаде. Сами впереди, коммунистической бригаде. Я все ждал, но не кончился.